может быть, или еще что-то. Короче, что произошло? У нас на этот экстра кэшкап должны были квалиться топ-33 с трио кэшкапа. Должно было быть одно стакнутое закрытое лобби. Но в итоге этот турик был открыт у каких-то рандомных челов. Они сюда начали залетать и просто играет какое-то одно лобби ебаных рандомов. Все. Те триусы, которые должны были залетать, не залетают. Поэтому катки будут отменять. Турик будут перезапускать. Малибуков соло запустился, чек его твиттер. Чего? Он на дереве там сидит. Кстати, на дереве сидит, через который Синет проехал. Но они не знают об этом.